спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Скажите пароль. Канал Николь. Всем привет! Сегодня я пришел в гости к Николь, чтобы поиграть в одну клевую игру. Всегда хотел сыграть в эту игру, пока не состарился. Так что время пришло. И эта игра — бабуля. Бабуля без зубуля. Без зубуля. Бабуля без зубуля. Без зубов нету. Итак, ты когда-нибудь играла в эту игру? Нет. А правила знаешь? По-моему, давай я тебе отправлю мысли, формы этих правил. Давай. И ты их озвучишь, давай? Давай. Дынь. Все, теперь ты говори. Так, правила такие. Эта бабушка спит. Она любит очень вкусняшки и все такое. Поэтому она все забирает себе. Она взяла вкусняшки и уснула на диване. И мы хотим взять хотя бы 2-3 вкусняшки. Мы крутим барабан. Если как-то неправильно мы что-то возьмем... Ее зовут тоже Гренни, когда как эту страшную бабушку Гренни. Гренни проснется и тебя напугает. И заберет все свои вкусняшки. Или рассыпет. Да, вот такие вот правила. Отлично, все, правила начнем. Правила типа не разбуди бабушку и забери себе конфетки. У бабушки не было челюсти все это время. А, вылетит. У нее вылетит челюсть. Вот. Прости. Да, когда кто-то проигрывает, в это время у бабушки челюсть вылетает изо рта. Вот. У нее только верхняя челюсть есть, что? Так, как играть? Читай. Все. Как играть? How to play? Смотри. А, кстати, нормально. Все, все понятно, смотри. Ходим так. Для чего вот эта кнопка? Нет, эта кнопка. Это, понимаешь, смотри. Нужно этот, нужно что? Вот. Я достаю одну, ты достаешь одну, достаю одну, ты одну, и кто достал, а она руки подняла, то ты проиграл. Нет, вот по идее не так. Ну, кнопка тоже зачем? Зачитайте правильно. Ладно. Может быть надо... Вот двоечники, ну. Может надо достать одну, нажать кнопку, достать одну, нажать кнопку, вот так. Так, значит, самый младший игрок. Ну, все правильно, я все правильно понял, что ты берешь, достаешь. Ну, кнопкой проигрываешь сразу. Не жми кнопку. Не жми. Да что-то непонятно. Да нет, я тебе говорю, смотри, берешь. Смотри, смотри, вот как будто бы. Не, вот смотри, вот, берем. Бумс. Мизинчиком надо придерживать ее руки. Не, все равно челюсть у нее там нормально держится. Ну смотри, здесь написано четко, что это. Просто еще раз, значит, самый молодой игрок делает первое. А, вот так как надо, вот, блин. Вот что. Goes further, spinning the treat wheel. А где он? Что должно? Должно что-то кругленькое, то что-то, да, то что. Да, вы должны достать были из коробки его. Вот оно, видишь? Так, типа. Одну конфетку, две конфетки, три конфетки. Нет, одно нажатие, два нажатия, это не конфетки. Это на кнопку, сколько раз нужно нажать. А что насчет конфет? Нет, не конфет. Надо достать конфету, смотри. Просто нажимать на кнопку, получается, типа ты забрал конфету. Да, если оно выпадает на зеленое, нужно будет спрятаться от бабушки. Я в принципе готова уже. Если один, то ты нажимаешь и прячешься, да? Да, да, да. И прячешься. Ну, получается, если зеленый, а если фиолетовый? А, ну, будь внимателен, какие выпадают здесь секции. Потому что это говорит о том, сколько нужно нажать. Да. Press the button on the side of Grammy's chair. То есть сколько раз нужно нажать. Все, я все понял. Это бабушка... Бабушка-пугалушка. О, бог ты мой. У нее зубы были. Бабуля-пугалюля. Ой-ой-ой. Ну, это вот, если две, это значит, may take one treat from... Ну, понятно. То есть, это значит, что ты делаешь следующий ход. То есть, если у тебя выпадает, то ты же и делаешь следующий ход. То есть,
Тебе выпало, и ты еще раз крутишь? Да, еще раз крутишь. Ага. Понятно. Вот. А если выпадает такой символ с кружочком зачеркнутым, это пропуск кода. Ну, в принципе, все понятно. Да. Окей. Так. Так, значит, этот выигрывает. Это самое главное. Выигрывает тот, кто... Получается, возьмет вкусняшку, но когда не будет спать. Да-да-да. Ну, то есть она не хлопнет. А как понять, брать тебе вкусняшку или нет? Ну вот, смотри, тихонько. Главное, чтобы бабушку не разбудить. Да, ну как понять? Тут же не показывают, типа, ты берешь или нет. Нет, а, здесь зеленый. Нет, ты кнопку нажимаешь, тебе же не нужно ничего. Смотри, да. Все очень да. Так, так, все, игра начинается. Let's go. Еще раз слышу, оно было посередине. Пропуск хода! Пропуск хода! И мимай ход! Тихо, тихонько. Итак, два раза... Ну, это здесь вот два раза я жму кнопку. Тихонько, пока бабушка не проснулась. Ура! Пронесло тебе! Давай. Один раз жми. И два раза. Тихо-тихо. Он мне сейчас не повезет, я уверен. Вот один раз. Ага. Я знала. Все, 1-0. Да, ты пока выигрываешь. Сколько будет раунд? 3. Три раза. Заряжай бабушку новую. Твоя новая бабушка. Не, ну новую этот. Усыпляй и заряжай. Заряжай ей челюсть и. Да, она так не будет даже держаться. Может спеть ей колыбельную этой бабушке? Так, что-то есть. Да? Я не помню слово. Ну, хоть какую-то. Ты помнишь, какую тебе колыбельную мама в детстве пела? Никакую. Мама не пела. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни, птички уснули в саду, бабушка уснула в пруду. Кто-то бабушку утопил. Ой, так, все, тихо. Потому что у бабушки большой дорогой дом был. Все, yes. Итак, все, смотри, сейчас твой первый ход. Два нажатия на кнопку. Фух, есть. Так, мой код. Пропуск кода. Давай. Три раза жми на кнопку. Подожди, не торопись, как я не успею, у меня шучки вот трясутся. Вот, да. Это третий, да? Да. А, так подожди, пропуск кода, это значит, что ты ходишь два раза. Нет. Да. Нет, да. Боишься. И три. Боишься. Держи. Не, ну пропуск кода, это же когда ты чик, а потом... А я потом пропускаю, а потом... А у нас не такие, да? Трусичка просто. Два. О-о-о. Бабуля может проснуться в любой момент. Yes. Блин, я сейчас очень тяжело. Ой. Один раз. Какая она все-таки неожиданная бабулечка-то. А у нее челюсть вообще вылетает? Вот, она вылетела, видишь? Все, челюсти нет. Итак, 2-0. Блин, ты точно выиграешь, потому что у меня уже шанс. Так нет, это же все дело в волшебном барабане. Он тебе поддается. Волшебный барабан. Нет, это потому что я бабушке пою колыбельную. Ха-ха-ха. Она знает, на кого нужно просыпаться. Бабушка, в следующий раз проснись, когда я нажму. По крайней мере, я хоть буду знать, когда я нажимаю, а то все время пугаюсь. Итак, давай, начинай этот раунд. Итак, два раза, жми два раза. Собирай. Мой ход. Один раз. Один. Три раза.
я тебе скажу, что это, что... Нет, вот попробуй. Давай один сделаем тур такой пробный. Я буду нажимать, а ты будешь просто сидеть и ждать, пока она руки поднимет. Видишь, насколько это неожиданно страшно. Потому что когда ты нажимаешь что-то, то тогда ты можешь предположить, что сейчас она может уже руки поднять. Да. Да? Все, мне, допустим, не очень страшно. Ну давай, сейчас посмотрим. Да, готова? Да. Все, тестовый челлендж. Давай поближе. А, давай мы с нами поменяемся. То есть сейчас ты будешь Генри, а я буду Николь. Давай. Нет. Все, да. Нет. Давай. Все. Ты Генри теперь. Нет. Да, все, вот сиди теперь и смотри. Ой, мне нужно три раза. Ой, слышно. Ну давай. Ты как будто бы сходила, а теперь снова я говорю. Ой, мне нужно еще 3 раза. Хорошо. Ой, мне нужно еще 3 раза. Мне не страшно. Я не страшно. Соли, блин. Ладно. Значит, это я... Ну, зато челюсть у нее вылетела. Все, наигрались. Благодарю тебя за эту игру. Это было шикарно и гениально. Да, это было очень страшно. Ну все, в общем, я понял, что ты классный компаньон для игр. Так что я теперь буду почаще приходить и играть с тобой в игры. Договорились? Да, я буду к тебе приходить. Давай, тихо. Буду по магазинам искать разные игры, чтобы поиграли. И скажите пароль. До завтра, Никол!